Всем привет, это Эльдар Шибанов, и это мой фильммейкинг порно, режиссерский дневник, где я делюсь тем, как я снимаю свои короткометражные фильмы, полнометражные. Вот мы сейчас готовим, из-за того, что у нас коронавирус, мы не можем его дальше были снимать, потому что не можем рисковать командой, актерами, поэтому сейчас у нас остановка. Вот я и приступил к тому, чтобы записывать, дальше делиться опытом съемок предыдущих фильмов. Вот, сейчас, например, «Сестра Гамбургер». Вот мы нам получили деньги, нашли деньги на съемки и запустились. И советую, никогда не стоит пренебрегать тем, что... Ну, вам кажется, что вы сделаете, можете сделать все сами, но почему кино – коллективное творчество? Потому что ты не можешь разорваться, ты не можешь сделать все, прям все, поэтому тебе нужно делегировать и брать людей, которые будут выполнять функции там, художника, оператора, ассистента оператора, звукорежиссера, ну и много других. Люди, которые будут отвечать за свой маленький участок работы, но они будут, даже если они не суперпрофессионалы, они хорошие ремесленники, но это лучше, чем вы просто испортите все или у вас этого не будет. Поэтому важно набрать команду, важно понимать, чем ваш проект может быть интересен. Понятно, что особенно начинающих фильммейкеров там, из разных профессий кино, они готовы работать просто за то, что они будут в титрах, у них будут нарабатываться кредиты. Поэтому вы можете, во-первых, заинтересовать тем, что у вас интересный проект, может быть, вы поедете на фестиваль, может быть, у вас есть уже хорошая договоренность с хорошими актерами, и это тоже одна из таких, один из крючков, что ваш проект не пустышка, и вы сможете сделать что-то, потому что вас уже поверил такой опытный актер, у вас интересный сценарий. И поэтому вам нужна команда. Вот с чем мы столкнулись, что даже у нас съемки были в одном месте, 3 актера, там 2 дня съемок, но все равно заморочились с тем, чтобы выполнять какую-то художественную часть и писать сценарий, работать с актерами, ну, режиссерская работа, продюсерская, но из-за этого немного ты тратишь свой ресурс. На короткометражное кино это окей. 2 дня, там 1 день съемок, это нормально. Но если вы снимаете полнометражное кино, или хотя бы даже среднее короткометражное кино, которое больше, съемок больше, чем 2 дня, то ну, вы просто умрете, и в итоге вам будет все равно на результат. Поэтому очень важная часть, наберите себе команду, замотивируйте их, заинтересуйте их тем, чем ваш проект, ну, может быть им интересен, невозможно разорваться, невозможно себя клонировать, пока. Поэтому работайте над тем, чтобы найти, собрать себе команду из профессионалов. И очень важно платить. Но есть профессии, которые есть второй состав, который вы не возьмете и не заинтересуете тем, что они получат себе кредит, они получат себе имя и новый проект. Это там, ассистент оператора, хотя ассистент оператора может быть звукорежиссер, художники. Мне кажется, что этим людям все равно нужно платить. Хоть какие-то небольшие деньги заработайте, сэкономьте, но заплатите им хотя бы немного, но им будет приятно. Вот. В следующий раз скажу, как мы готовились для того, чтобы сделать за 2 дня успеть снять такой 25-минутный фильм. Пока.